Приветствую вас, аноним. С точки зрения психологии не совсем понятен ваш вопрос, потому что не очень ясно, что вы хотите от психологов. То есть вы хотите, если просто совет, то психологи советов не дают. А если вы хотите решить какую-то проблему, то хорошо, давайте попробуем проблему решить. Но я пока не очень понимаю, какую именно проблему вы хотите решить. Если вам интересно, допустим, вот, к примеру, мое мнение, да, то оно, мое мнение заключается, пожалуй, в том, что вы терпите, ну вот, достаточно много терпите того, что вам как-то вот не по душе, вы терпите то, что вам не нравится, вот, и, соответственно, вопрос, который можно, наверное, здесь поднять, это то, а зачем? Зачем вы терпите то, что вам не нравится, да? То есть вы терпите, потому что вас устраивает расположение, вас устраивает расположение школы, да? Получается. Вот. По факту. Расстраивают расположение школы. Я могу это понять, но если вас убирают расположение школы, то получается, что вы расплачиваетесь за это расположение, вот, собственно, своим каким-то комфортом получается. И вы, получается, не способны определить для себя, вам вот важен, да, вам важен комфорт, или вам важно все-таки больше, например, качество обучения. То есть, грубо говоря, проблема в том, что вы не можете определиться никак со своей задачей. Вы не можете определиться с тем, чего вы хотите. Вот. Понимаете, какая штука. И в этом плане вы, в общем-то, проявляете неуверенность в себе, с которой нужно работать. Вот. То есть это вот с точки зрения психологии. Так. Вот. То есть есть человек, который ненадлежащим образом вам предоставляет услуги. Вы, получается, ничего не делаете для улучшения значит,
ну, для улучшения условий, своего обучения. Вот, вы не жалуетесь, вы не, точнее, вы жалуетесь, но вы, до конца не дожимаете эту ситуацию. Вот. И очень важно определить почему. Вот. Знаете, какая штука? Дальше. Вас, по-видимому, значит, задевает то, как человек себя с вами ведет. То есть вас это именно задевает лично. И это, на мой взгляд, тоже то, с чем можно поработать. Вот, на мой взгляд, это тоже то, на что можно обратить ваше внимание, потому что это важно. И если человек действительно вас задевает, то нужно разобраться именно вам, нужно разобраться с тем, значит, почему. Почему вас это задевает? Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Я думаю, что так. То есть, если у вас есть трудности с самоопределением, если у вас есть трудности с пониманием того, что вы хотите, вот, то имеет, значит, имеет смысл определиться с тем, что вам нужно. Вот. Если вы чего-то боитесь, если вы чего-то опасаетесь, то с природой, условно говоря, с природой ваших страхов, да, тоже, в принципе, можно поработать. Вот. Если у вас есть такое желание, вот. Опять, да? Понимаете? Какая штука. Но это то, над чем стоит работать. Понимаете? Это вот то, куда вам имеет смысл, ну, двигаться, да? Возможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Отстаивайте свои права, если того требует ситуация. Вот, отстаивайте свои права. И тогда обязательно все у вас
в общем и целом будет получаться. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.